В этом году в нашей стране отмечается 120-летний юбилей известного казахского писателя Сабита Муканова. К знаменательной дате в регионе в областной библиотеке состоялась презентация книги «Тельбет». Написал ее известный писатель Кульбек Ергабек, который на протяжении многих лет тщательно изучал произведения Сабита Муканова. Данный труд состоит из 620 страниц. Как известно, книги Сабита Муканова были изданы только с 1973 по 1980 годы. Напомним, что выход книги в свет стал возможным благодаря предпринимателю Жомарту Омарову. На собственные средства распечатал более 500 экземпляров книги. Ознакомиться с ней можно будет в областной научно-универсальной библиотеке. В ближайшее время мы планируем выпустить еще несколько книг о Сабите Муканове и Чукане Валиханове. Все это стало возможным благодаря финансовой поддержке Акимата Северо-Казахстанской области. Имена великих писателей и их труды нельзя забывать, поэтому мы продолжаем работу в данном направлении.